Библейский портал экзегет.ру представляет. Здравствуйте. Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжим говорить о книге пророка Исаия Вавилонского и обратимся к 45 главе. Здесь в 45 главе поэтический текст, который собственно, является обращением Бога через пророка к царю Киру. Немножко странное обращение, но знаете, можно представить себе такую гипотетическую ситуацию при дворе царя Кира перед началом вторжения в Вавилон. Представьте себе, что... Там, там царь Кир спрашивает своих советников, а вот когда мы вторгнемся, вот в Вавилоне живут множество депортированных народов, кто из них нас поддержит, а с кем придется там сражаться и бороться? И ему говорят, что вот эти будут за тебя, эти против, а иудеи, иудеи вообще там прям на тебя надеются и э, ждут тебя как свет вообще в окошке. И вот они говорят там. Вот примерно в таком жанре слова, которые пророк а, от лица Господня, так сказать, через Иудею, через Израиль обращают к царю Киру. Так говорит Господь помазнику Киру. Я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы. Пойду перед тобой, горы уравняю, чтобы ты познал, что я Господь, называющий тебя по имени, Бог Израилев. Бог говорит, Киру, покорю народы под ноги твои, чтобы ты узнал, что это я, Бог Израилев, делаю вот... Почему? Ради чего? Ради Иакова, раба моего Израиля. Я призвал тебя, почтил тебя, хотя ты не знал меня. Обратите внимание, вот уж точно к реальному царю Киру обращение. Назвал тебя по имени, почтил тебя, держу тебя за правую руку, хотя ты не знал меня. Не то чтобы прям можно, знаете, подумать, что Бог использует царя Кира в темную, но все-таки Бог говорит ему об этом, говорит о том, что вот это моя сила за твоей спиной, моя воля. Мне нужно, чтобы вот ты победил, чтобы произошло так, как происходит. Это мне угодное мне нужно. Я тебя почтил этим всем ради Иакова, раба моего, а не ради того, что ты там меня знал, что-то хорошее говорил или делал. Я Господь, и нет иного, нет Бога, кроме меня. Нет Бога, кроме меня, нет иного. Кир, по-видимому, ну, не то, что прям совсем монотеистических взглядов придерживается, нет, конечно, но у него есть представление вот о, как, о единстве божественной сферы какое то это достаточно сложное, но все, не будем сейчас эту всю персидскую теологию э, обсуждать. Важно, что Кир может понять, может понять, слова «нет иного Бога, кроме меня». Для него они не являются совсем какой-то варварской чушью, какой они являлись для большинства язычников. Вот. И поэтому имеет смысл говорить в адрес Кира то, что здесь говорит пророк. И Господь через пророк говорит, я образую свет, творю тьму, делаю мир, произвожу бедствие. Я делаю все это. Вот он это делает. Такова парадигма историческая эпохи и культуры, и иудеи, как Изекиль, так и Исаия Вавилонский и другие, вот видят одно действующее лицо, реально одну волю в истории, воля Бога, он это все делает, ну, потому что в первую очередь они пытаются так сказать, в своем сердце укоренить уверенность в единственности Бога. И поэтому, поскольку Бог это все делает, горе тому, кто припирается с создателем своим, горе тому, кто припирается с создателем своим, кто все омрачающие проведение словами без смысла, скажет Господь в книге Иова. Вот с одной стороны, конечно, горе припирающимся создателям своим, но Библия также знает, что иной раз в глубине страдания это припирательство с созданием своим единственный путь к Богу и путь, ну как так сказать Богом самим благословляемый. Итак, так говорит Господь: вы спрашиваете меня о будущем сыновей, хотите мне указывать. Теперь он уже обращается к язычникам, говорит: вы хотите мне указывать, что мне делать и что как мне быть с будущим сыновей моих? Это я создал землю, мои руки распростерли небеса, э, вот и «Я воздвиг его в правде». Теперь уже имеется в виду снова Кир. «И он построит город мой, отпустит пленных моих». Вот русским по белому сказано. «Отпустит пленных моих, построит город мой». И так говорит Господь. «Труды египтян, торговля эфиоплян, совейцы последуют за тобой, в цепях придут, повергнутся перед тобой, будут умолять тебя. Теперь это, э, вероятно, тоже к Киру или к Израилю обращение. Будут умолять тебя, говоря, у тебя только Бог и нет иного Бога. Ту же идею мы, ну, может быть, через несколько десятилетий, немного, там, два пять максимум десятилетий услышим, да нет, меньше, конечно, услышим у первого Захарии, автора первой половины книги Захарии, где тоже речь идет о том, что узнают народы, что Бог-то на самом деле один, и это Бог Израиля. И хочешь не хочешь, придется Притекать к Израилю истинно ты, Бог сокровенный, Бог Израилев, Спаситель. Все остальные народы, не э, понимающие этого, не согласные, не знающие этого, будут постыжены и посрамлены, а вы не будете постыжены и посрамлены. И вот э, Бог Израилев станет некоторым образом светом для народов. Об этом подробнее Исаия будет говорить дальше, и кое-что об этом также есть у Захарии. Вероятно, это была тоже важная такая общая мысль эпохи. А здесь, посмотрите, удивительные совершенно слова. Так говорит Господь, сотворивший небеса. Бог, образовавший землю, создавший ее. Он не напрасно сотворил ее, образовал ее для жительства. Ну, в общем, конечно, просто поэтическая фраза, бери читайте дальше, но мне кажется, она все-таки важна, потому что здесь говорится о том, что Бог образовал землю для жизни, чтобы она была населена для людей, для нас. Вот э, то творение потрясающее, необыкновенно сложное, красивое, разнообразное, все то, что мы наблюдаем и чего мы и не можем наблюдать. Все это создано для жительства, чтобы было наполнено жизнью и в первую очередь, естественно, имеется в виду жизнь человеческая. И Господь дальше продолжает, не тайно я говорил, я Господь, изрекающий правду, открывающий истину. Ну, потому что у людей часто формируются какие-нибудь там теологические, религиозно-философские и прочие системы взглядов, где, как они думают, можно спрятать истину за глубокомыслием и какими-то словесами, Бог говорит, я Господь, изрекаю правду и открываю истину. Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным в Евангелии. Об этом же Бог открывает истину. Как землю Он сотворил, чтобы она была населена для жительства, так истина Богом открывается, чтобы мы знали ее, чтобы мы могли прикоснуться к ней и питаться ею. И соберите, приблизьтесь все уцелевшие из народов, и вы увидите, что я Господь, и нет иного Бога, кроме меня. Значит, вот это откровение истины, то, что должен принести Израиль, что он должен засвидетельствовать для того, чтобы истина была открыта. Не так, чтобы вы, израильтяне, знаете, что наш Бог единственный, реально существующий, но никого не говорите. Нет, Пусть все это узнают, пусть все это увидят, пусть все придут, и вы всем засвидетельствуете. Ко мне обратитесь, будете спасены все концы земли, потому что я Бог и нет иного. Ко мне обратитесь. Вот... Бог, открывающий истину, открывает ее всем народам, чтобы они тоже могли спастись. Свидетельство Израиля, как оказывается, для того, чтобы другие народы, увидев правду Израиля, тоже могли обратиться к Богу и спастись. И продолжает Господь, из уст моих исходит правда, мною клянусь, слово неизменное, вот что он предрекает. «Предо мною преклонится всякое колено, мною будет клясться всякий язык». Господь говорит о том, что вот это его желание привлечь все народы через свидетельство Израиля, привлечь народы к почитанию Бога, это его желание исполнится и перед ним преклонится всякое колено э это место, кстати, потом цитирует апостол Павел. «Только у Господа будут говорить о мне правда и сила. Господом будет оправдано и прославлено все племя Израилева». Таким образом, свидетельство Израиля открывает для окружающих людей путь к славе Божьей, к его истине. А сам Израиль оправдывается и прославляется тем, что Бог его свидетельствует свою подлинность.